Вот она, русская даль. Ёрз. И порой ни одного человека на пути, ни одной движущейся точки. И каждая верста все более отдаляет меня от Москвы, от Ника, от Наташи. Я все живу нашей последней встречи. Я не видела, как прошло это свидание. Прости, что я была так молчалива тогда. Наташа, ты высказала все. Я все поняла, на что были слова. Будем детьми. Назначим час, в котором мы будем уверены, что нас ничего не разделяет, кроме одной дали. 20:00 вечера. И тебе, верно, свободно? 20:00. Сердце настойчиво вызывает в памяти эти милые образы, а глаза... Глаза принуждены останавливаться на вечно пьяном жандарме, на станционном смотрителе, с ворчанием меняющим лошадей. И снова версти. Приближающие меня к месту ссылки. На чернильную работу в пермскую канцелярию. Вот учится тройка удалая вдоль по дорожке столбовой. И колокольчик дорвался. Многие обстоятельства недолгого пребывания моего в Перми уже стерлись из моей памяти. Но одно личное воспоминание, которое я увез из Перми, свежо и сейчас. Не забываю. Я там познакомился с поляками, сосланными на Урал за участие в польском восстании 1831 года. Хотя такое знакомство было строго-настрого запрещено мне пермским губернатором. По его распоряжению, польские изгнанники должны были ежедневно в 9:00 утра являться для унизительной поверки. Володи Красинской. Я. Можете удалиться. Станислав Тавянский. Я. Можете удалиться. Фадей Чернецкой. Фадей Чернецкой. Почему вы молчите, Чернецкий? Я поляк. Меня зовут Тадеуш, а не Фадей. И господину губернатору то известно. Фадей Чернецкий. Можете идти. Саверий Полевский. Он болен. Отправишь братец Квартального к нему. Пусть доложит мне особо о причине. Петр Цыханович. Я. Петр Цыханович. Я уже ответил. Извольте встать. Я нездоров.
Да и не солдат, и вытягиваться ни перед кем не буду. Я познакомился и подружился с Цехановичем. Он сначала был сослан в чертову дыру, в Верхотуре. Городок, забытый Богом, занесенный снегом. Жил он в одиночестве и страшной бедности. В Перми занимался естественными науками. Собирал скудную уральскую флору. Узнав о своем неожиданном переводе в Вятку, я пришел проститься с Цехановичем. Теперь и вас отнимают у меня. Опять я останусь в своем одиночестве. Вот зато-то я и люблю природу. Ее никогда не отнимешь, где бы человек ни был. Мне хочется оставить вам что-нибудь на память. Благодарю. К моей рубашке она не идет, но запонку вашу я сохраню до конца своей жизни. Я наряжусь в нее на своих похоронах. Вот. Вот возьмите это кольцо. Оно чугунное, но очень дорого мне. С ним связаны святейшие воспоминания иного времени. Не думал я, изгнанник из Польши, что подарю его русскому изгнаннику. Это кольцо. Это кольцо было с ним. И в ту минуту, когда после ареста он стоял перед Муравьевым. Тем самым Муравьевым, который обессмертил себя историческим изречением, что он принадлежит не тем Муравьевым, которых вешают, а к тем, которые вешают. Да. Для узкого и мстительного взгляда Николая люди раздражительного властолюбия, грубой беспощадности были всего пригодны. Муравьев говорил арестантам «ты», ругался площадными словами. Разъяренный непреклонностью Цеханович, он занес руку для удара, но взгляд скованного арестанта остановил его. Что же бы вы сделали в цепях? Я разорвал бы его зубами. Я своим черепом и цепями избил бы его. Вы, верно, очень много страдали. И очень несчастны. Несчастны они в своем счастье. А мы счастливы. Меня оторвали от жены во время ее родов. Теперь я без куска хлеба был богат. Но я никогда не бежал с поля несчастья. Они ничего не отняли у меня. Душа осталась. Человек, не согнувший шею свою перед обстоятельствами, может осознать свое достоинство. Ты молод. В твоей судьбе многое переменится. Страдания не помнут твоей души, но ты, может быть, будешь счастлив. Вот тогда береги свою душу. Вот тогда, взглянув на это кольцо, вспомни наш разговор.
если душа изнеможет под ударами судьбы. Придет в отчаяние, я вспомню вас и покраснею своей слабости. Без этой встречи мне нечего было бы и пожалеть. На моем пути скромный хлынов городок, переименованный уж не знаю зачем Екатериной Второй в Вятку. Вы ведь кончили курс в Московском университете. Я кандидат. Потом служили? В Кремлевской экспедиции. Хороша служба. Вам, разумеется, при такой службе досуг был пировать и песни петь. Леницын! Послушай, братец, вот кандидат Московского университета, он, вероятно, все знает, кроме службы. Его величеству угодно, чтобы он ей у нас поучился. Займи его у себя в канцелярии и докладывай мне особо. Слушаюсь. Завтра вы явитесь в канцелярии в 9:00 утра. А теперь можете идти. Да, позвольте, я забыл спросить, как вы пишете? Ну, то есть почерк. У меня ничего нет с собой. Дай ему бумагу и перо. Что же я буду писать? А что угодно. Пишите, а по справке оказалось. Государю выписывать не будете. Недаром еще не будучи там, с ненавистью думал я о Вятке, где мне предстояло бессмысленно служить в канцелярии его превосходительства господина Тюфяева. Еще Перми меня заочно познакомили с этим любимцем Аракчеевым. Тюфяев ревниво любил свою власть. Он требовал не только повиновения, но вида беспрекословной подчиненности. Да. Помещик говорит слуге, молчать я не потерплю, чтобы ты возражал. Начальник департамента замечает бледнее чиновнику, делающему возражение, вы забываетесь. Думаете ли вы, сударь, с кем вы говорите? Государь за мнение посылает в Сибирь за стихи морит в казематах. И все трое готовы скорее простить воровство и взятки, разбой и убийство, чем наглость человеческого достоинства и дерзость независимой речи. Один из самых печальных результатов Петровского переворота – это развитие чиновничьего сословия. Класс искусственный, необразованный, голодный, не умеющий ничего делать, кроме служения, ничего не знающий, кроме канцелярских форм, он составляет какое-то гражданское духовенство, священнодействующие в судах и полициях и сосущие кровь народа тысячами ртов, жадных и нечистых. 8:00, Наташа. Ты не знаешь, что такое быть изгнанником. Часто протянешь руку, и вместо человеческой руки сдавишь кусок дерева. Я внешне все такое же. Все так же острю, заставляю хохотать и смеюсь. Но вдруг среди этого смеха душно, Наташа, душно. Не имеет ни одного сердца, в которое мог бы перелить свои чувства. Нет ни одного человека, который хотел бы понять меня или мог бы. Потерпи, Александр. Вятка останется позади. Тебя будет окружать все необыкновенное, прекрасное, изящное. Помнишь,
раз в саду. Еще месяц так ярко светил, ты говорил, что не должен мечтать. Но когда нет ничего в существенности, а я иногда так счастлива в мечтах. Мой ангел-утешитель, ты и Огарев заняли всю душу мою, но как пусто все вокруг меня. Мой характер ищет непрерывной деятельности. Прощай, моя Наташа, грустна жизнь Александра, но он не потерял ни веры в себя, ни веры в будущее. Долгих 2 года являлся я в 9 часов утра в канцелярию его превосходительства, которая была чем-то сродни сумасшедшему дому. Вот я вспоминаю сведения, присылаемые для составления статистических таблиц, над которыми усердно трудились тюфяевские чиновники, да и я вкупе с ними. Там между разными нелепостями было. Утопших — 2. Причин утопления неизвестны — 2. А в графе сумм выставлено — 4. Под рубрикой «Чрезвычайных происшествий» значился следующий трагический анекдот. Мещанин такой-то, расстроив горячительными напитками свой ум, повесился. На вопрос, не было ли ассигновано сумм на постройку церкви, биржи, богадельни и прочего, ответы шли так. На постройку биржи ассигновано было, не было. А дела... Сами их названия поражали меня удивлением. Дело о потере неизвестно куда дома волосного правления и об изгрызении плана оного мышами. Дело о потере 22 оброчных статей, то есть верст 15 земли. Котельнический? Даровский, Кормиль. Даровский, не дай разориться. Не досуг мне. Не в вашей ли деревне было найдено мертвое тело? В нашей, Кальмине. Это ж не год. Исправник привез, так 400 рублев с миру заплатил. И вы дали. Вести мы что дали, ваша милость. Кто из мужиков лошадку продал, кто коровенку, кто барашков. Да как не дать, Кальмине? Говорит, в Сибирь, мол, угоню. Тут, братец ты мой, не только Сибирью пахнет. Это в статье о членовредителях сказано, наказавший плетьми сослать в Сибирь на поселение. А тут не членовредительство, а похуже будет. Мертвое тело. Даже подумать страшно, что за это бывает. Заступись, отец родной, не дай сгубить христиан. Не убивали наши мужики. И ты сам знаешь... А нынче становой 200 рублев требует. Мир-то да. Нас к вам и послал. Что тут поделаешь? Запутанное дело. Оно точно. Не дай разориться, батюшка. Сам знаешь, в крестьянском деле скоро ли добудешь 200 рублев? Запутанное, братец, дело. Не взыщи, батюшка. Эки ты упорный. Ладно, потолкую со становым. Потолкуй с Иродом. Поговори, отец родной. Только ведь он, Ирод, без водочки да без икорочки и говорить со мной не станет. Оно, конечно, не мазано колесо и не вертится. Нипочем без березовой не завертится. Ладно. Попробуй уладить дельца. И сделай, милость, Кальмич. И ты сам знаешь, в крестьянском деле 200 рублев-то... Поговорю. Вы ступайте, а то 6 часов скоро, мне еще дел не в проворот. Поговорю. Таки свинья этот становой. И урядник тоже. 2 свиньи. 3 свиньи, Петр Анатольевич. Это верно. Они и на 3 потянут.
А почему три? Вот сереть уродливых и сальных, мелких и отвратительных лиц и дел в этой приказной раме и канцелярской обстановке. Вспоминаются мне печальные и благородные черты художника, задавленного свинцовой рукой Николая с холодной и бесчувственной жестокостью. Вот короткая повесть длинного его мученичества. После победы над Наполеоном император Александр издал манифест, в котором дал торжественный обет воздвигнуть в Москве громадный храм во имя Христа Спасителя. Назначился большой конкурс, было множество проектов. Были проекты из Италии, из Германии, наши академики представили свои. А поразил царя вдохновенный проект никому и неизвестного молодого 23-летнего художника Витберга. Император захотел его видеть, долго с ним беседовал. «Вы камнями говорите», — заметил царь. Проект был утвержден, его называли архитектурной поэмою, поэмою храма. Витбергу пожаловали Владимирский крест, он был удостоен звания академика, и был назначен строителем храма. А вместе с тем, что и явилось роковым, директором его экономической части. С этим назначением на голову художника вместе с лавровым венком был надет венок терновый. Недруги Витберга запутали этого удивительного человека в сетях денежных злоупотреблений и хладнокровно погубили. После смерти Александра на него посыпался поток клеветнических доносов. Не разобравшись, новый царь Николай закрыл строительство храма. 10 лет. 10 лет с невероятными нелепостями тянулось судебное разбирательство. Николай, пользуясь лучшей привилегией царей миловать и уменьшать наказание, прибавил к приговору ссылку в Вятку. Все имение Витберга было продано с публичного торга. Семья человека, чье имя украсило историю архитектуры, жила в самой крайней бедности. Мне говорили, зачем вы приняли место директора? Вы так молоды и неопытны в канцелярских делах, вам следовало бы ограничиться ролью архитектора. Эти трезвые люди, говорившие так, были правы, Александр. И все-таки они были неправы. Ведь в то время, как был принят мой проект, все мне казалось легким. А разве у вас, Александр, не закружилась бы голова, если бы вам вдруг представилось, что мечта всей вашей жизни вот-вот свершится? Я понимаю вас, Александр Владимирович. По странному стечению обстоятельств, я и Огарев мальчиками поклялись на том самом месте, где должен был вознестись ваш храм. Что бы я ни делал, все время перед глазами эта небольшая возвышенность между Можайской и Калужской дорогой, Воробьевы горы. Я должен был превратить их в нижнюю часть храма. Поле до реки обнять колоннадой. О, Боже!
Если бы я мог что-нибудь сделать для вас, Александр Валентинович, я был бы счастлив. Полно, Александр, что вы? У меня достанет сил восстановить свое честное имя. Мы с вами еще... Помяните меня. Увидим проект осуществленным. Видите, я не сижу сложа руки. Удивительный человек. Всю жизнь он работал над своим проектом. 10 лет подсудимости он занимался только им. Гонимый бедностью и нуждой в ссылке, он всякий день посвящал несколько часов своему храму. Он жил в нем. Не верил, что его не будут строить. Александр Лаврентьевич, вы говорили о втором и третьем храме, но разве ваш проект предполагает строительство 3 храмов? Нет, Александр, храм мой единый, неразделенный, тройственный, что соответствует 3 началам – тело, душа, дух. Вот, это 1-й храм, нижний, 3 сторонами вдающийся в гору. Алтарь освещает огромные стекла с изображением Рождества Христова. Свод, который покоится на гранитных столбах, служит основанием 2-го храма и завершается катакомбой, в которой должны быть положены русские воины, павшие за Отечество в 1812 году. А на стенах будут иссечены имена их всех, от полководцев до рядовых. А это 2-й храм? Да. Он начинается на поверхности горы. Это храм распростертых рук, жизни, страданий, труда. При входе стоят пророки? Да. И указывают путь, по коему им идти не пришлось. Внутренние лестницы ведут в венчающий 3-й храм. Тут нет ни образов, ни изваяний. Алтарь будет озарять. Плафон в куполе изображает отверстие неба, ярко освещенное искусственным солнцем. Весь храм в форме круга, ибо выражает безначальность и бесконечность духа, никем и ничем не возмущенный покой. В 1817 году. 12 октября. Счастливейший день в моей жизни. День закладки храма. Если бы вы видели, Александр, лица людей, их было так много, и они торжествовали вместе со мной. 1-й камень положил император, 2-й я. Александр, верите ли вы, что будет 3-й камень? Слова, которые сказал он мне много лет спустя, когда я заехал проститься к нему перед отъездом из Петербурга за границу. Если бы не семья, Александр, не дети, я бы вырвался из России и пошел бы по миру.
моим Владимирским крестом на шее спокойно протягивал бы я прохожему руку, которую жал император Александр, рассказывая им о моем проекте и о судьбе художника в России. Слова эти произнес человек уже потухший, старец, схоронивший все свои надежды. Садись. Достану я из-под седого слоя бутылку мшистую мою и, набок наклоня, с падучего отстоя, стаканы бережно солью. Не вспомнить бы среди наших возлияний, перебирая жизни даль и горечь едкую иных воспоминаний и современную печаль. Давай скорей шутить. Пусть шутки дар нескромный даст волю блесткам острых слов, ярко мерцающих, как искры ночью темной, над пеплом тлеющих костров. В этой ссылке, в этой грязной среде чиновников, в этой печальной дали, оторванной от всего дорогого и близкого, без защиты, отданный во власть губернатор, я провел много чудных святых минут, встретил много благородных сердец и дружеских рук. Где вы? Что с вами, подснежные друзья мои? Чай состарились? Как и я, дочерей вы даете замуж. Не пьете уж бутылками шампанского, а стаканчиками на ножках налив. Кто из вас разбогател, а кто разорился? Кто в чинах, а кто в параличе? А главное, жива ли у вас память о наших смелых беседах? Живы ли струны, которые так сильно трепетали любовью и негодованием? Я все тот же. Вы это знаете. Чай доходит и до вас, вести с берегов Темзы. Иногда вспоминаю вас. Всегда с любовью.